Подключение электрокотла. Провод уже был заложен. 4 квадрата. Вот такой вот котел. Буквально помещение небольшое. Здесь около 6 квадратных метров. Ну и тут квадратов может 30. Тут буквально 3 радиатора. И вот этот котел у нас будет работать тоже как радиатор. Как все будет сделано, сейчас покажу. Закрепил обратную пластинку для крепежа. Это у нас стена пеноблочная. Закрепил так, чтобы провода хватило подключить. Подключил питание к котлу. Заземление 0, фаза. И сейчас буду вам показывать, как будет все осуществляться подключение рядом с газовым котлом. Вот подключили электрокотел. Электрокотел на 4 киловатта. Тут всего лишь на 3 радиатора. Вот раз радиатор, два радиатор и три радиатор. Дровяной котел делали не мы. Если кто-то увидел ошибки, пишите в комментариях.